В ходе заседания постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи депутаты рассмотрели выполнение рекомендаций, которые были даны комиссии в первом полугодии. Это вопросы такие, как работа автостанции на улице Парусной, перенос маршрутных транспортных средств с улицы Парусной, также установка дополнительного светофора на перекрестке улиц Шума, Парусной и Парусной, проспект Мира. Рекомендовали рассмотреть возможность установки информационных табличек на автобусных остановках, на которые будет информация о времени отправления, времени прибытия и интервал проезда маршрутных транспортных средств. Еще одна рекомендация касалась оборудования остановок общественного транспорта информационными табличками. Депутаты считают, что эту работу могут выполнить компании-перевозчики. Все маршрутные транспортные средства – это частные. Соответственно, информационные таблички тоже должны владельцы этих маршрутов ставить за свой счет. На вопросы депутатов отвечали начальник горжилуправления Сергей Мыза, а также заместитель городского головы Юрий Круг. Главный специалист по вопросам транспорта и связи Управления экономического развития и торговли Сергей Попов рассказал, какие шаги будут предприняты исполнительной властью для решения задач, которые ставят жители громады. В частности, об обеспечении перевозки льготных категорий пассажиров. В 2016 году государственным бюджетом не предусмотрелось погашение льготной категории. Но в 2017 году в местный бюджет заложились деньги на перевозку льготных категорий этих граждан. И я думаю, что очень много жалоб уйдет из-за этого, потому что жалобы приходят только в основном на льготные категории, о том, что их не возят. Мы проведем работу с перевозчиками нашими, чтобы они более были бдительны к этому, внимательны и относились к льготным категориям более лояльно. Так как это в основном пенсионеры и люди преклонного возраста. Также специалисты профильных служб исполкома обещают провести работу по выполнению еще одной рекомендации депутатской комиссии. Рекомендация по поводу установки табличек нам поступала. Мы проведем все возможные работы, переговоры с перевозчиками, отошлем им нужные письма, рекомендации им тоже дадим какие-либо. И для того, чтобы это в их же интересах установить информационные таблички на остановках городского транспорта. На следующем заседании комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи депутаты обсудят план работы на первые 6 месяцев будущего года.